Дорогие друзья, сегодня День защиты детей, чудесный день, и я вас искренне поздравляю с ним. Очень-очень хочется, чтобы все дети нашей планеты были в безопасности, чтобы Господь оберегал их, чтобы мы защищали их и были хорошим примером для подражания, чтобы наши детки были счастливыми всегда-всегда. И в честь сегодняшнего дня, друзья, хочу показать вам одну из моих необычных работ. Картина маслом, размер 30 на 40 сантиметров, и сюжет очень подходит ко сегодняшнему дню. Обнимаю вас крепко-крепко.